Я сейчас достаю коробочку. Вот такая вот у меня коробочка. Стою на коленочку. Выдержи меня. Нет, стой. Леон, я против. Нет, Леон, я против. Леон, я против. Мам, пожалуйста, отойди, прошу, мам. Лиз, подожди, пожалуйста, успокойся. Мам, Лиз, пожалуйста. Тебе, мам, скажи. Леон, пожалуйста, я прошу тебя. Леон, я дико извиняюсь, пожалуйста. Мам, подожди, я выйду за тебя. Что, серьезно? Ну да. Нет, Леон, я прошу тебя, пожалуйста, скажи, что это ошибка. Скажи, что это... Чего? Леон, я прошу тебя, тебя нет 20. Леон, ты мне очень нравишься, честно, серьезно, я тебя очень люблю. Пожалуйста, не ломайте свою жизнь, я прошу тебя, пожалуйста. Ребят, пожалуйста, не одевайтесь. Почему? Хотя бы до вечера. Подумай, Леон, тебе еще нет 20. Тебе 16. И что? Пожалуйста, мама, вы можете мама, жить. Мама, ты только что испортила самый-самый лучший момент в жизни. Ой, господи. Ребята, лучше сегодня, 30 марта, в четверг, приходите в 20:00 по московскому времени к нам на совместный стрим с Эдуардом Х. «Жизнь соло». Ну и там мы уже в двойном ударе, так скажем, в двойном даже угаре, да, попытаемся, ребята, как-то отговорить этих оленей, чтобы они не становились на колени перед чаечками. Ну, ёханой бабой, ну сколько можно об этом говорить? Ребята, сегодня в 20:00 приходите на наш совместный стрим на нашем канале, вот, и наслаждайтесь этим великолепнейшим событием.